Областное телевидение и Русфонд продолжают совместный благотворительный проект в помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Сегодня расскажем историю Дениса Воробьева из Верхней Туры. У молодого человека церебральный паралич, и ему требуется реабилитация. Помочь Денису можно, отправив СМС со словом «дети» на номер 5542. Уже 4 года Денис Воробьев занимается пауэрлифтингом. Чтобы поддерживать себя в форме, тренируется дома. Работает и на силу, и на выносливость. Хотя второе юноше дается сложнее. У него нарушена координация движений ног. В детстве Денису поставили диагноз церебральный паралич. Однако страшная болезнь не похоронила мечту, а наоборот подтолкнула на рекорды. Началось все в классе в 6-м, наверное. Я занимался боксом где-то около года. Меня не брали ни на какие соревнования. А мне очень хотелось зарабатывать медали. И мама увидела в интернете, что идет набор на секцию пауэрлифтинга. Это, конечно, нелегкий труд. Все-таки большие веса, там, килограммы. Но когда есть вот страсть к этому, рвение, амбиции, то достаточно легко. В копилке Дениса уже больше 20 медалей. Несмотря на недуг, подросток участвует в областных и всероссийских соревнованиях. Идти к цели помогают не только пробивной характер, но и реабилитация. Несколько раз в год юноша лечится в Институте медицинских технологий в Москве. Он стал даже подниматься по лестнице, я заметила. Ему было очень тяжело. А после вот именно этих уколов, проведенных там, ему стало легче. Ему стало легче учиться. Еще я заметила, если он заболевает, он очень часто болеет у нас, ОРВИ, ОРЗ. И если он заболевает, и мы проходим курс лечения, то болезнь сразу отступает. Стоимость 4 курсов реабилитации – 180 тысяч рублей. Но сейчас для семьи Воробьевых эта сумма стала неподъемной. Кроме Дениса, родители воспитывают 2-летнюю дочку. Денису необходимо продолжить курсовое лечение, которое поможет уменьшить мышечный тонус, улучшить качество походки, развить координацию движений. Реабилитация поможет Денису заняться еще одним любимым делом – участвовать в скачках на колесницах. Сейчас же подросток лишь наблюдает за соревнованиями со стороны. Помочь Денису исполнить мечту можно, отправив СМС со словом «дети» на номер 5542. Стоимость сообщения – 75 рублей. В ответ придет СМС с просьбой подтвердить оплату услуги. Необходимо выполнить это требование, иначе деньги до Дениса Воробьева не дойдут. Дарья Трофимова, Александр Гамзяк. События ОТВ.